Вы, наверное, не знаете о том, что Пинск – один из красивейших городов Белоруссии. Основанный в XI веке, он до сих пор хранит традиции тех, кто жил в этом городе. Но для еврея, знающего и любящего свою историю, Пинск – один из центров культурной жизни и исторической памяти. 5 веков своего существования Пинск связан с жизнью еврейского народа. Здесь находятся святые могилы цадиков, здесь покоится прах основателя каролинско-столинской ветви хасидизма Аарона Великого. Судьбой нашего города связаны биографии Хаима Вейцмана, Голдмейер, Моши Колодного, братьев Машковских, бывали у нас в Пинске и Леонид Осипович Утесов, Фаина Георгиевна Раневская. В разные периоды еврейское население составляло большинство населения города. И поэтому совершенно не случайно в августе 2000 года в городе появляется человек, главной целью жизни которого является возрождение духовности евреев на местах их исторического проживания. Все, что вы увидите в этом фильме, осуществлено и существует благодаря этому человеку – Мойше Фима. Встреча его с руководителем еврейской общины Иосифом Либерманом привела к созданию в городе негосударственной школы-интерната «Бейс Агарон», предназначенной для раздельного обучения и воспитания еврейских девочек и мальчиков. Всего на территории СНГ 78 подобных учебных заведений, 2 училища и 76 школ, и только 8 имеют государственную аккредитацию. А в Белоруссии мы единственные. Школа «Бейс Агарон» – это теплый, уютный дом Аарона, где с 6 по 11 класс учатся, живут в благоустроенном общежитии, отдыхают, путешествуют наши дети. Это совершенно бесплатно для родителей. Обучение проводится в соответствии с государственным стандартом. В школе работает слаженный творческий коллектив высококвалифицированных преподавателей и воспитателей. 41% – это педагоги высшей категории, 47% – первой. Это позволяет на высоком научно-методическом уровне обеспечивать выполнение учебного плана. Помимо базового плана, наши ученики могут выбрать и индивидуальный план обучения. У нас предусмотрено 3 профиля – физико-математический, языковой, английский и иврит, и химико-биологический. Но, как правило, учащиеся выбирают смешанный план с учетом своих интересов и индивидуальных способностей. В кабинете информатики не только осваивают работу на компьютере, но и получают навыки мальчики программирования, а девочки – компьютерного дизайна. Преподаватели из Израиля, Англии и других стран знакомят детей с традициями, культурой, историей еврейского народа. Это настоящий большой семейный дом, где живут по законам еврейской духовности
и традиции. Хорошо понимаем, что человек, знающий и ценящий историю и культуру своего народа, будет уважительно относиться к другим нациям и народностям. И в связи с этим мы много путешествуем. Польша, Украина, Литва, Латвия – вот неполный перечень стран, где побывали наши мальчики и девочки. А поездки по Беларуси, экскурсии по городу, знакомство с достопримечательностями Пинска – это уже дело обычное. И, конечно же, после экскурсии самым притягательным местом является столовая, работники которой с особым старанием и любовью готовят для наших детей кошерное питание. Раз в день питаются наши дети. Но не поэтому они талантливы. Просто у нас созданы все условия для развития творческих способностей с учетом индивидуальных особенностей. Спортивные секции, кружки, объединения по интересам – все это способствует формированию гармонически развитой личности. Городские праздники Ханука и Пурим – это настоящий смотр талантов, веселья, артистизма, искрометности наших воспитанников. Потому что я еврей. Ла-ла-ла.
Большое внимание придаем мы индивидуальной работе. Духовные наставники заботятся не только об обучении и воспитании детей в школе, но заботятся и о их будущем, помогают словом и делом обрести счастливую судьбу, сделать свой выбор. Особая наша забота – дети из неполных семей, дети-сироты. Но они не чувствуют себя одинокими. Школа – это их дом, их семья. И дни рождения у нас празднуют по-семейному. А уж здоровье учеников – это главное для нас. Постоянное наблюдение педиатра и медсестры, первоклассное лечение в случае необходимости на 100% обеспечивают девиз «В здоровом теле здоровый дух». Бывают у нас и грустные моменты, расставания. В школе мальчиков было уже 3 выпуска, и мы горды тем, что все 8 выпускников продолжают обучение в престижных учебных заведениях Израиля и Соединенных Штатов Америки. Дорогие воспитатели, дорогие ребята, все, кто присутствует здесь, я знаю, как много вы дали нашим детям. Я знаю, как это трудно воспитывать взрослых, самостоятельных, считающих себя очень умными, очень знающими ребят. И сегодня мы на этом вечере видим действительно взрослых, прекрасных, уже не мальчишек, а действительно и заслуга в этом ваша и на 90% ваша. Мы их видели только во время каникул. И пусть это шафар!
и напоминает ему о наших выпускниках. А для девочек первый выпускной бал состоялся в этом году. Лиза Молина! Городской, областной и республиканской олимпиад по испанскому языку. Этого аттестата. Я не буду называть предмет, я просто назову их по порядку. 9, 8, 9, 10, 8, 9, 8, 8, 9, 9, 9. Да, сегодня немножко я волнуюсь, конечно. Сегодня и счастливый, и очень трогательный день. Мы не только видим, какие счастливые наши дочери, но даже видим, как они рады. Когда-то, 2 года назад, я увидя эту школу, я, честно говоря, испугалась и хотела забрать свою дочь. Но первый приезд сюда, я как раз попала в шаббат, и когда я увидела Рики во главе девочек, их озаренные, счастливые лица, я не поверила, что буквально за месяц можно так изменить детей. Они были счастливы, и это было ужасно трогательно. Я поняла, что здесь ее место, она нашла себя. И я счастлива, что в тот момент я не забрала свою дочь. И сегодня я хочу выразить огромную благодарность Мойше, Рике, всему педагогическому коллективу, воспитателям. Огромное вам спасибо за те знания, которые вы дали нашим девочкам. Огромное спасибо воспитателям. Вы никогда не были в стороне от наших детей. Папа, 5-11 класс. Сентября для девочек распахнет свои двери новая красавица школа.
Построенная по индивидуальному проекту в экономически чистом районе, школа имеет просторные учебные кабинеты с современным оборудованием, спальни, бытовые комнаты, игровые, библиотека, спортивная площадка, медицинский кабинет. Все это для того, чтобы девочкам здесь было комфортно, тепло и уютно. А в июне 2003 года состоялась закладка первого камня здания будущей школы для еврейских мальчиков. В перспективе тут разместятся учебный корпус, общежитие и кошерная столовая. В этом здании учился первый президент Израиля Хаим Вейцман. А из стен этой школы, мы верим, выйдут будущие ученые, поэты, композиторы, государственные и политические деятели. Выйдут те, кто своим трудом и талантом прославит свою историческую родину.